Вакцинация – это не только защита от коронавирусной инфекции, но и возможность получить ценный приз. В торговом центре «Линкор» проходит акция. Более подробно смотрите в нашем сюжете. Отрицать присутствие опасности, которую несет COVID-19, на сегодняшний день не имеет смысла. К сожалению, есть множество свидетельств заражений и смертей, количество которых сейчас увеличивается. Уважаемые жители Амурска и Амурского района, хотелось бы доложить вам ситуации, которая происходит в Амурском районе с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день у нас в госпитале коронавирусном 41 больной. Отделение рассчитано на 50 коек, и оно постоянно пополняется. Мы часть больных выписываем, часть переводим тяжелых в Комсомольск. И вот на сегодняшний день у нас 41 больной. Ситуация напряженная. Единственным надежным способом обезопасить себя и своих близких от коронавирусной инфекции является вакцинация. Благодаря прививке можно сделать вирус управляемым при помощи эффективности вакцины, в том числе для людей старшего возраста и тех, кто находится в группе риска. Призываю еще раз всех к вакцинации, которая проходит в торговом центре «Линкор», там проходит акция, и в поликлинике. Уважаемые жители Амурска, обратите внимание на свое здоровье, защитите себя и своих близких, особенно детей. Также призываю беременных к вакцинации. Эта вакцина разрешена для применения беременным, в том числе. Беременные болеют тяжело, и некоторым из них требуется очень серьезная медицинская помощь. В городе работают два пункта вакцинации – в поликлинике и в торговом центре «Линкор» на третьем этаже. В торговом центре «Линкор» сейчас проходит акция «Пройдите вакцинацию, получите лотерейный билет и шанс выиграть денежный сертификат». Ну, просто боюсь как бы заболеть. Решила вакцинироваться. Приехала с вахты и пошла. А как про розыгрыш узнали? Я вообще не знала, мне просто сказали. Я думала, просто пойду вакцинацию сделаю, все, сейчас дали, мне говорят, вот разыгрывается, все. Так я и не знала. Приятно. Ну, конечно. Посмотрим, может, что выиграем. Благодаря вакцине можно не только укрепить иммунитет, но и получить приз за здоровье, а именно возможность выиграть сертификат магазина ДНС. Для этого необходимо пройти вакцинацию в торговом центре «Линкор» до 18 декабря уходящего года и получить лотерейный билет. Розыгрыш призов состоится в прямом эфире нашего канала 23 декабря в 20:00. Я призываю наших граждан к ответственности. И призываю еще раз всех прийти на вакцинные пункты в торговый центр «Линкор» и в поликлинику по адресу Строителей 50.